Итак, сегодня у нас в гостях победитель нашего конкурса, который проводился в группе «Клуб любителей рукоделия» ВКонтакте. Это Синтия Лемешонок. Ее прическа была признана самой лучшей, хотя сегодня она не с ней, но ничего страшного. Синтия, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вам вопрос. Вот, когда вы увидели, что проводится конкурс, почему вы решили в нем принять участие? Ну, у меня мама растит волосы очень длинные, она тут в группе увидала и захотела поучаствовать, так как у нее длинные волосы, как говорится, все время ходит с косой. Попросила меня заплести, и вот мы долго не решались выложить, и вот она настояла, я вот выложила от себя, решила все-таки. По сути, у мамы очень шикарная коса получилась, да, у нее сами волосы по себе такие. У нее, да, очень длинные, толстые волосы, плести было очень тяжело, непослушные. А как часто вы ей вообще косы заплетаете? Ну, она заплетает сама, так как с длинными волосами проблематично все-таки, тяжело очень, не тяжелое. Вы победили по голосованию, да? То есть много ли друзей приняло участие в голосовании? То есть как вас поддерживали друзья? Друзья активно очень. То есть я выложила на своей стене ссылку в группу, написала, что вот участвую в конкурсе, поддержите. Вот. И очень много друзей поддерживала, спрашивала, интересовалась, какое место, что да как. То есть переживали за вас, да? Конечно, да. А вы вообще любите принимать участие в конкурсах? Да, это как часто принимаете? Подарки. Ну, достаточно часто, да. И в Котласских, вот мы уже второй, наверное, конкурс участвуем. И вообще вот по России тоже в конкурсах участвовали, в рекламных акциях, которые проходят. Мы сегодня вам вручаем фен. Я думаю, что для мамы пригодится этот подарок. Да, да? Конечно, я ей дам. Давно ли вы в группе рукоделия? В группе недавно, наверное, после Нового года зашла. Очень интересно, так как очень много чего для дома интересно. Вот эти вот деревца, вот эти вот счастья очень интересно. Сразу выкладывают мастер-классы, как их делать. Видела вязание очень много, вот тоже вот выкладывают. Что вот не думала, что настолько много рукоделов. В Котласе. Да, очень много. Вот еще занялась мыловарением, и вот тоже там смотрела, кто что выкладывает, кто что делает. Очень интересно. Опыта набираешься, смотришь на фотографии, что да как, и у каждого своя фантазия, каждый проявляет себя по-своему. Очень интересно. То есть вот ты сейчас увлекаешься мыловарением, да? Да. То есть, а еще что умеешь? Ну, то есть, что еще нравится делать из хобби? Ну, вот вышиваю бисером. Вот, а у тебя есть альбом в своей группе? Я не делала, как бы это. Ну, вот мы не рекомендуем создать свой альбом в группе для того, чтобы вы могли уже показать свои работы, так как я, как потребитель, могу даже вам что-то заказать. Потому что я иногда заказываю у девочек, кто делает у нас какие-то красивые вещи руками. Подарки на дни рождения, там, на праздники там, любые. Ну что ж, мы вас поздравляем еще раз. Желаем, чтобы вы не только в этом конкурсе побеждали, но и в следующих. Ну и замечательно, что мама имеет у вас такие красивые, шикарные волосы. Пусть она их сохранит еще долго, много лет. Спасибо огромное. Очень приятно.